соцсети ВКонтакте появилось видео, связанное с резонансным убийством самарской студентки Анны Бондаревой. По версии следствия, девушку задушил ее друг Владислав Роговик. Последнюю видеозапись с потерпевшей, снятую камерой наблюдения одного из дачных домов, выложили родственники Анны. На записи видно, как парень сначала куда-то идет с девушкой, а спустя некоторое время возвращается один. Утром он вместе со всеми начал искать Анну. Напомним, очередное заседание по делу пройдет в ближайший четверг, 19 ноября, в Красноярском районном суде. В объектив видеорегистратора блогера Дмитрия Ширяева попали двое самарских школьников, которые ехали на прицепе КамАЗа. Это весело, экономит время, можно не идти до остановки пешком. Только на такой дороге велика вероятность того, что подскользнешься и угодишь либо под колеса прицепа, либо под сзади едущий автомобиль. Родители, поговорите со своими детьми, объясните всю опасность подобного поведения, обращается автор поста. В группе «Паблик Тольятти», также соцсети ВКонтакте, сообщают, что в городе стартовала фотоакция «Без нарушений». Мероприятие придумали Дом молодежных организаций «Шанс» и местная прокуратура. Горожанам предлагают фиксировать на фотокамеру различные правонарушения и присылать их на электронный адрес. Среди таких нарушений могут быть надписи на домах, несанкционированные свалки, вандализм, брошенные автомобили – все, что нарушает порядок города. Личность фотографа останется засекречена, подчеркивается в сообщении.